Как сейчас чувствует себя Борис Моисеев? Эпатажный артист эстрадной песни Борис Моисеев загадочно исчез из экранов телевизоров. Он не появлялся на сцене после скандального клипа под названием «Я бальник». В 2017 году Моисеев рассказал прессе о готовящемся новом проекте. И это, по предположению СМИ, может стать причиной его исчезновения. Еще одной версией журналистов на тему отсутствия сценической активности артиста является ухудшение здоровья Бориса Моисеева. Он бережно относится к своему здоровью. На сегодняшний момент артист живет в своем доме, который находится в Юрмале, и восстанавливает силы для дальнейшей работы. Он поменял свой уклад жизни, пытается по расписанию, занимается спортом, принимает приписанные врачами таблетки. На одно, сетует эстрадный певец, не может бросить курить. Еще одну вредную привычку, которую приписывают артисту – алкоголь. Он уже забыл давно. Спиртное Моисеев не употребляет уже 5 лет. Также старается не водить машину, чтобы меньше испытывать стресса. Но иногда мэтр садится в свой эпатажный кабриолет и делает пару кругов по местности. Со своим лечащим врачом он всегда на связи.